Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Для того, чтобы наблюдать рождение звезды, не надо смотреть в телескоп и вглядываться в бескрайние просторы галактики. Нужно просто надеть это колье и взглянуть в зеркало. Там вы увидите звезду, там вы увидите это рождение. Как здорово! Ведь это еще специальное предложение дня. То есть каждая женщина сможет стать звездой с помощью этого уникального предложения. Колье рождения звезды. Серебряное, полновесное, изысканное и блистательное колье по цене, действующей только сегодня. Торопитесь, заказывайте, пока действует эта акция. Носите украшения, вдохновляйтесь, вдохновляйте окружающих. Но выбирайте только самое лучшее на телеканале Shop & Show. Владимир, давайте поговорим об этом звездном дизайне. В чем здесь нюансы? Я-то, конечно, вижу сразу блеск, и я, знаете, ну, как любая женщина, сразу на блеск реагирую, мне просто все очень нравится. Но нужно понять, как мы сможем носить такое колье, как часто, из чего оно выполнено и так далее. Это колье выполнено из серебра 925 пробы. Что мы видим? Мы видим блеск. Блеск чего? Золота и платины. Этот блеск доступен каждой. Потому что это новейшие технологии. Золото и платина нанесены гальваническим методом в два слоя на серебро. И это все, между прочим, драгоценные металлы. То есть мы получаем не только блеск, мы еще получаем и надежность. Как интересно. Ведь все-таки вы здесь видите, действительно, мы с вами смотрим на блеск, мы смотрим на сияние. Но нам важно, как долго мы сможем носить такое украшение. Наш эксперт, один из ведущих гемологов России, говорит нам о том, что это колье вы сможете носить каждый день. Ну, а я вам, как человек, который занимается ювелирными трендами, могу подтвердить, что это колье можно носить как с коктейльными платьями, так и с повседневными нарядами. Так почему же видим 7 звезд, а называем рождение звезды? Ведь все прекрасно понимают, что когда мы подойдем к зеркалу и увидим отражение в зеркале, мы увидим там не 7 звезд, мы увидим там их 8. 7 звезд будет на вашей груди. А 8-я звезда – это вы, рождение новой звезды. Я называю это так, самое настоящее созвездие. Это блеск золота, это блеск платины, это объемные украшения, это алмазная огранка, которая также позволяет блестеть и блистать абсолютно в любой ситуации. И, конечно же, обратите внимание не только на те самые звезды, обратите внимание на цепь, которая поддерживает эти звезды. Эта цепь – двойной ромб. Двойной ромб означает, что это супер твердая, супер прочная цепь, которая позволит этому украшению жить всегда. Ведь звезды, они практически бессмертны. Но я могу еще здесь отметить такой нюанс, что здесь не только цепочка, вот у нас двойной ромб, да, переходит как раз к элементам из колье, но здесь еще есть и добор, который вот я сейчас использую. То есть что это означает? Базовая длина этого колье 40 сантиметров. Но стоит вам использовать добор, то есть вот такую дополнительную цепочку, и вы уже свой выбор трансформируете. Вы можете увеличить длину этого колье до 45 сантиметров. И то есть получается, что вне зависимости от того, какой вырез вашего любимого платья, или вы приобрели новый костюм, новую блузку, это колье подойдет под любой образ. Бесплатная доставка от 3990 рублей. Многие знают, те, кто нас постоянно смотрит, что обычные наши условия. Бесплатная доставка от 5990 рублей. Но сегодня условия еще более выгодные. Любите скидки? Дозванивайтесь, сегодня они максимальны. Именно в рубрике «Ювелирные украшения». И блистайте вместе с этими сияющими звездами. Сегодня вам доступно не только рождение звезды, сегодня вам доступен комфорт, сегодня вам доступно качество и, конечно же, красота. Глаз невозможно отвести от этой красоты. Ну вот, Владимир, мне интересно ваше, опять же, мужское мнение. Вот такие украшения, они сразу какой образ создают? Вот как вы могли женщину охарактеризовать, которая носит такие украшения? Ну, в первую очередь, я хочу со своей стороны, как мужчина, сказать то, что эта женщина в первую очередь заметна. То есть мужчина обращает внимание на женщин, у которых есть такие украшения, которые используют их, смело используют, потому что это украшение
не обязательно надевать куда-то только на свадьбу, ведь это каждодневное, ежедневное, я не знаю, как это называется, базовое украшение. Да, вот здесь очень интересное сочетание, что такое колье можно вполне носить каждый день. Если вы до этого момента думали, что колье это только украшение на праздник, хотя праздников летом будет масса, куда сходить, но это украшение я вам рекомендую носить даже буквально с джинсами или брючными костюмами. А вот и секрет нашей привлекательности, это крупные звезды по 2 сантиметра. И вот это сочетание, с одной стороны, крупного размера, при этом оптимального веса. Колье достаточно, по ощущениям, такое весомое, и по моим ощущениям, оно стоит должно намного дороже. Посмотрите, какая скидка. Скидка больше, чем цена. Но вы экономите сегодня вдвойне, потому что, конечно же, такие украшения вы не найдете в ювелирных магазинах. Вы тем самым подчеркиваете свою индивидуальность, свой уникальный стиль и плюс получаете советы от эксперта Владимира Житкова. И это качество, этот комфорт, эта красота, я скажу так, по-другому, это признание в любви нашим телезрительницам, потому что качество и комфорт в каждой детали абсолютно. Начинается этот комфорт и качество от уровня дизайна. Тут же на уровне дизайна разрабатывается, где, в каком месте каждое звено будет соединяться со своим соседом. Посмотрите, эти звенья соединены с помощью электросварных швов. Гибкость с одной стороны, с другой стороны максимальная прочность. И я скажу так, ведь наверняка каждый мужчина обещал вам достать с неба звезду. Да, я подарю тебе эту звезду, бывает, говорят, ну а сегодня вы можете действительно получить звезду в свое владение. Попросите ли вы своего любимого мужчину об этом или просто закажете кольцо, серьги или браслет, посвященный вам. Колье рождения звезды, специальное предложение дня, серебряное колье, полноценное, полновесное, номер лота для заказа 471-688, не упустите. Предложение действует до конца дня.